Избирком наградил своих главных помощников, представителей молодежных клубов, которые также принимают участие в выборах. В регионе таких объединений сразу несколько, но цель у всех одна – пробудить в молодом поколении активную жизненную позицию по отношению к голосованию. Юлия Дмитрашек – одна из тех, кто прекрасно знает, как правильно пользоваться своим избирательным правом. Девушка-участница клуба «Выбор» социально-гуманитарного колледжа. Это очень познавательно, всегда хочется знать свои права, участвовать, это очень интересно. Ну и к тому же это на будущее будет очень полезно такие знания получить. Юлия, впрочем, получила не только важные знания, но и награду – кубок. Студентке его вручил председатель избирательной комиссии Георгий Попов. А вот Анастасия Полищук, учащаяся аграрно-экономического техникума, в этом году победила на молодежных выборах и стала председателем клуба молодого избирателя. Так получилось, что именно Насте выразили свое доверие большинство студентов, и она его оправдала. Мы составляли план, во-первых, как будем избирать, составляли бюллетени, кто будет участвовать. И потом также проходили выборы. У нас сидела комиссия, каждый человек подходил, писал свою фамилию, расписывался и шел голосовать. Потом в конце это все считали бюллетени, сколько за кого голосовали. Ожидала, что тебя выберут? Нет. Не ожидали организаторы клубов, что их работой заинтересуется столько будущих избирателей. В 2011 году избирком поставил перед собой задачу усиленно работать с молодежью региона. В связи с этим мы учли практику и опыт всех регионов Российской Федерации и выстроили систему клубов молодого избирателя. Система клубов молодого избирателя была направлена на то, чтобы во всех профессиональных образовательных учреждениях были клубы молодого избирателя. Представители клубов вошли в состав молодежной избирательной комиссии. Она создана для того, чтобы уже сейчас подготовить кадровый резерв для избиркома. Любовь Пермякова, Сергей Качегов, телеканал «Север».